Тревел-модели часто спрашивают для того, чтобы брать с собой поездки, походы. Как правило, это взрослые люди, которые ездят и хотят, чтобы гитары был стандартный гриф, но они были минимальные по размеру, по габаритам. И можно было с собой брать, они, как правило, комплектуются чехлом, можно было брать с собой в поездки и там играть, тренироваться, тренировать пальцы или просто иметь компактную гитару. Вот такой вариант. Достаточно симпатичный, сделан в темно-красном вишневом цвете со стандартным акустическим грифом. Очень такой вполне приличный звук гитары модели Johnson. Это новые модели, новые модификации. Темно-красный цвет, он такой в зависимости от освещения даже более такой получается. Более такой коричневый на свету. Очень красиво выглядит, хорошо, качественно сделано, добротно. Даже такой надпись. Перламутровые колки, хорошие, качественные. И достаточно компактная, комплектуется чехлом гитара. Ну и популярная модель Аусен. Она очень компактная, бывают модели с подключением. Бывает без натурального цвета. Звук, конечно, у нее не мощный, но гриф и качество исполнения отличное. Сделано в стиле Washburn, есть аналогичные модели, но стоят они существенно дешевле. Но качество у них отличное. Также есть анкеры, регулировка грифа, чехол в комплекте. И хорошие качественные колки, очень добротный, хороший вариант, который можно посоветовать людям, которым нужно для поездок какие-то хорошие, качественные, не очень дорогие гитары. Вот. Также, кстати, вот модели эти F, они, это вариант классический, 1-2 для детей. Некоторые берут их, есть эти варианты с металлическими струнами. И она тоже достаточно компактная. Гриф как раз как у акустики. И, в принципе, некоторые взрослые берут, так как получается корпус побольше. Он не очень большой, но все-таки меньше по размеру. И он больше резонирует, то есть можно с собой брать ее тоже с собой куда-то в поездке. И больше звука самого тембра звука, поэтому гитара получается достаточно компактная.